Подробности этой истории мы расскажем завтра. Не пропустите наши выпуски новостей, а пока продолжаем. Домашнее насилие декриминализировано. За побои в семье теперь грозит административная ответственность, но только если они были совершены впервые. Госдума в третьем чтении приняла соответствующую поправку в 116 статье Уголовного кодекса. Изменение вызвало бурную дискуссию в обществе. Мы встретились с теми, кто пострадал от агрессии близких людей, и узнали, что они думают об изменении в законе. В одном из социальных центров Барнаула вынуждены искать убежище десятки женщин, которые пострадали от побоев своих мужей. Оксана – одна из них. 26-летняя мама двоих детей обращалась в полицию после каждого дебоша, но стражи закона ничем помочь не могли. Он сначала двухличный человек. Он сначала со мной обращается жестоко, когда другие люди появляются, он начинает смягчаться, и все нормально, все хорошо. То есть полиция ему не верила, и его не забирали никуда. Оксана больше не выдержала боли и унижения и вместе с детьми ушла из дома. Екатерина – еще одна обитательница центра. Побои терпела 5 лет. После очередного избиения муж выгнал ее и детей на улицу. Жить нам негде. Ему, получается, гражданский супруг этим пользовался. Издевался всячески. Морально и физически, конечно. При этом говоря, идти тебе некуда. Куда ты денешься? По официальным данным МВД, в России ежегодно 40 тысяч человек страдают от побоев в семье. Большинство из них – женщины. Новое законодательство декриминализирует нанесение побоев близкими лицами. Теперь домашнему тирану грозит административное наказание. Максимальное – штраф до 40 тысяч рублей. Возможно, усиление, такое успокоение агрессора, вот того, что в первый раз у него не будет ответственности, такой значительной для него. А вот рецидивистам при повторном обращении жертвы уже грозит уголовная ответственность. Возбудить уголовное дело можно по заявлению. Забрать заявление, примириться — нет возможности. Неважно, женщина ее убедили или она сама передумала. Ответственность наступит. По сложившейся практике наказание за побои — штраф 5000 рублей. После принятия поправки вряд ли что-то изменится. Да и за рецидив наказание не самое строгое – арест до 3 месяцев. Ольга Диянова, Антон Червяков, Анатолий Фукс. Новости.